Poštovani gledalci, imam veliku radost i čast da vam predstavim svog današnjeg gosta. Naime, u pitanju dr. Kiril Šljapnikov, doktor medicine, neurolog, klinički imunolog i alergolog. Upravnik je klinike Ekinacea u Moskvi i ima preko 26 godina ukupno iskustva u medicini i rada, a oko 10 godina od toga u radu sa decom sa poremećima autističnog spektra. Doktore, poštovanje i hvala što ste izdvojili vreme za nas večeras. Spasibo što vi sivodnje u nas u gostjah. Ja predstavila vas kak doktora medicine, imunologa, alergologa, neurologa. У вас 26 лет опыта, у вас есть клиника в Москве, Ехинацея, вы много занимаетесь проблемами детей с аутизмом, и сегодня вы наш дорогой гость, и мы хотим представить вас нашим дорогим зрителям. Благодарю, мне тоже очень приятно за ваш интерес к моей работе и, в частности, к работе с детками с аутизмом. Ja hoću da vam se zahvalim da imate interes prema mom radu i prema problemu dece sa autizmom. Hvala, tu je sa nama i gospođa Olga Marković, naš prevodilac, i vama hvala što ste danas ovde. Hvala što ste me pozvali. Doktor, imate zavidan broj godina iskustva i zavidan broj specijalizacija. Odakle želja za konstantnim usavršavanjem i unapređivanjem? У вас очень много опыта, больше 26 лет, но вы постоянно совершенствуете. И я бы хотела узнать, откуда у вас такой интерес, откуда столько сил, и, ну не только знаний, но именно силы, любопытства, чтобы и дальше усовершенствоваться. Мне кажется, что человек выбирает себе профессию по таланту, по способностям, по интересу. И мой выбор в медицине, он был сделан именно так. Человек обычно бира прямо своем таленту, прямо своему интересованию, прямо своему аффинитету. Моя медицина, и я сам то избрал цесно. Если уж кем-то быть, то, наверное, стоит быть одним из лучших или лучшим. Ako već hoćete da radite neki dobar posao, treba da budete najbolji ili bar jedan od najboljih. Često čujemo danas naziv holistički centar, holistički pristup. Koliki je značaj da jedna osoba posjeduje više specijalizacija i da može sama da pristupi tako kompleksnom problemu kao što je autizam sa više aspekata? Mi očin često slišim reč i slovo holistički. Холистический подход, холистический процесс. Сколько человек может иметь профессии, сколько он может иметь разных видов интересования для того, чтобы начать заниматься именно аутизмом, именно с этой позиции? Холистический подход предполагает целостный взгляд на человека и на взаимосвязь его здоровья. Холистический приступ я обычно обухвата комплетен приступ здравлю человека, комплетное истраживание. Комплексный взгляд на его здоровье, образ жизни. На него и начин живота, и на него посмотрение живота. Генетические предпосылки. Генетские некие предпоставки. И взаимосвязь всего этого. И, наверное, все это взаимно повязано. В аутизме мы видим, что переплелись несколько сразу направлений медицины. Аутизм включает в себе выше правоца медицины. Это и неврология, иммунология. То есть неврология, иммунология. И психиатрия. Психиатрия. И генетика. И генетика. И эндокринология. Эндокринология. И правильно, если одного ребенка ведет целая команда докторов. Было бы добро, да одно дете водит комплетен тим лекара. Я, конечно, прошу моих пациентов получать необходимую помощь от специалистов разных профессий. И я молим свои пациенты, да они прихватывают помощь от стручняка различных профессий.
Но так или иначе, все, что с ребенком происходит, должно быть в едином процессе. Але все, что с дешево дету, треба да буде объединено у един процесс. Соединено логикой и практическим смыслом. Да, тут буде и логично, и практично. И я и занимаюсь тем, что соединяю все процессы в одну логику. Я занимаюсь тем, что объединяемся в этот процесс с логическим приступом. Bavili ste se dugo upravo tretmanom pacijenata sa autoimunim bolestima nervnog sistema. Zanimali se sначала pacijentami sa autoimunim boleznjima. No, ja ne zanimalsi, ja sačas zanimajus. I dalje. Ja i dalje. Da. Fibromijalgija, neuroinfekcija. A kada ste konkretno počeli da pomažete osobama sa autizmom? Детьми с аутизмом. Вы знаете, когда я первый раз увидел у себя в кабинете ребенка с аутизмом, я подумал, что вот аутизмом я точно никогда заниматься не буду. Когда я видел первый путь дете с аутизмом, я сам себе рекал, да, овим проблемам нечу никогда се бави. Но когда я занялся этим ребенком, оказалось, что он очень похож на моих пациентов с другими заболеваниями, с той же фибромиалгией или синдромом хронической усталости, и с аутоиммунными процессами. Да, то дете у себя содержит не сам аутизм, но да его весьма слично и другим различным болестям, которыми я бавим. Обнаружила, что у ребенка с аутизмом, помимо, собственно, аутизма, есть целый ряд коморбидных заболеваний. Дете поряд аутизма има низ коморбидных оболений. И оказалось, что занимаясь этой коморбидностью, мы существенно улучшаем и качество жизни этого пациента с аутизмом. Если мы се бавим болестями коморбидизма, да, то мы ćemo более помочь детету, кое веч има аутизм. И улучшаем и качество жизни. Повышаем квалитет живота. И перспективы на... И перспективы его психического и социального развития. И негови перспективы за социальный и психический развой. О коим коморбидитетима најчешће говоримо? Који су проблеми? Какви проблемы в основном? Везани за аутизм. Коморбидитета. Детки с аутизмом, как правило, имеют определенную генетическую предрасположенность к своему аутизму. Дети с аутизмом имеют генетическую склонность. Но пациенты с такими же генетическими особенностями могут иметь, а могут и не иметь аутизм. А пациенты, которые имеют исту генетическую склонность или генетические некие проблемы, они не могут да имеют аутизм. И это значит, что помимо генетической предрасположенности к появлению манифестации аутизма предрасполагает что-то еще. То значит, да, иако има склонности к аутизму, то има и некие придружные болезни. И если мы начнем разбирать, а что же тут лежит в основе, оказывается, что все начинается еще в утробе матери. И уколико мы почнемо да размышлемо одакли и кад то покренуто, мы дойдем до заключка, да то почине уже за время трудночи у майчином стомаку. Какие-то воспалительные сигналы, которые возникают от материнской системы и попадают в плод. То су сигналы, кои има мајка, и те сигналы долази до плода. Это сигналы, которые участвуют в работе иммунной системы, это сигналы воспаления. Участвуют у раду иммунной системы, они, в ствари, участвуют и у тим упалама. Это и метаболические нарушения. То су метаболические перемечаја. И нарушение кровообращения в материнско-плодном интерфейсе в плаценте. И у плаценты, где кровоток майчинский. И ребенок, предрасположенный к аутизму, имеющий и генетику, и какие-то материнские факторы, которые действовали на него в плодном периоде. Деца, кое имеют склонность к аутизму, они су веч у утробе майци, значит, у стомаку майчином, они веч имали некакви прихватели от майки некакви склонности к аутизму. И часто мы видим, что ребенок в первый год развивается нормально или почти нормально. Мы видим, да первого година живота пролази, в ствари, развой, као да е нормално.
И когда заканчивается период грудного вскармливания. И когда се прекине доение. Когда на втором году жизни, согласно возрасту, меняется. Ведь в другой године живота. Иммунная регуляция. Меняется иммунская регуляция. После какого-то воспалительного эпизода вдруг появляются манифестации аутизма с регрессом. После некаких упалных процессов появляются появы аутизма с регрессией. И, по сути, дальнейший регресс или дальнейшее течение аутизма во многом определяется этими... ток аутизма подреже. Во многом определяется вот этими самыми заболеваниями. И в главном показывается, да, это та придруженное оболение. Которые начались на втором году жизни. Кое починю теку другой године живота. Если обобщать, то... Колику общину глядамо. Это четыре основных типа вот этой коморбидной патологии. Типа те патологии. Это все, что связано с воспалением. Все, что связано за упалы. Все, что связано с метаболическими нарушениями. Все, что связано за метаболический поремечай. А когда я говорю о метаболических нарушениях, я имею в виду врожденные нарушения метаболизма. Мы смотрим как уродженный метаболизм. Врожденные генетически предопределенные нарушения метаболизма. Некий поремечай метаболизма у генетики, генетики. Это боль. То есть боль. И мы видим, что у детей с аутизмом очень часто есть хроническая боль. Дети с аутизмом имеют хроничную боль, очень часто. Это может быть боль в брюшной полости. Это может быть болезнь стомака. Связанная с хроническим гастроэнтероколитом. Гастроэнтерологические проблемы. Которые очень типичны для аутизма. Которые очень типичны за аутизм. И очень часто это хроническая скелетно-мышечная боль. То хроничный скелетно-мышечный боль. Напоминающая фибромиалгию. Кое подсечена фибромиалгия. И, наконец, это, собственно, нейропсихиатрическая коморбидность. То нейропсихиатрическая коморбидность. Коморбидность. Как тревога. То есть забринутость. Нарушение сна. Поремечай сна. Обсессивно-компульсивные расстройства. Обсессивно-компульсивные комплексы. И нарушение биоэлектрической активности мозга. Поремечай активности мозга. С эпилептическими манифестациями с или без них. С манифестациями эпилепсии или без того. И вот если мы хорошо обследовали ребенка. Колико смо добро прегледали дете. И поняли наличие этих коморбидных состояний. Та коморбидна стане. И их взаимосвязь между собой. И ніховую межвезу. И хорошо управляем этой коморбидностью, хорошо ее качественно лечим. И колико мы добре лечимо и управляем коморбидность. Мы видим, что дети начинают развиваться гораздо лучше. Мы видим, да, деца починю, да се развиве много более. И имеют гораздо более ясную, светлую перспективу. И онда мы имамо неку болю перспективу. На самостоятельную жизнь. За самостоятельный живот. Способность к самообслуживанию. На ніхову способность самообслуживания. И у многих детей это позволяет им приобрести профессию, работать, завести семью. В некой будущности они могут да обладают неком профессиям, да могут створить породицу. Главное вовремя успеть все это сделать. Найважнее да то урадимо на время. Потому что если мы занимаемся ребенком там, с 2-3-4 лет. Если мы занимаемся детством от 2-3-4 года. То перспектива гораздо лучше. То перспектива много более. А если ребенку уже 10-12-13 лет. 10-11-13 година. То время уже ушло. То мы просто пропустили время. И мы можем улучшить время. Качество жизни. Мы можем да побольшим квалитет живота. Но перспективы к развитию будут уже не столь радужными. Перспективы за развой не су толико... радужный, радостный или да. Перспективный просто. Допала ми се аналогия, коју сте изнели на конференции СИКА 2022. Аналогия, которую вы рассказали на конференции СИКА в Белграде. Где сте упоредили управо стање код аутизма, состояние аутизма, упалу у мозгу, воспаление мозга, са плином кој гори контролисано, с газом, который горит под контролем. Наспрем куће која гори, наспрем пожара. Време пожара.
ako ugasimo požar na vreme, može Mislim, da se... Mislimo i požar, pogasimo vreme. Radi sa detetom da se spasi, da ostaju funkcije neoštećene. Тогда мы спасем ему и сохраним функции, А ако куча изгори, немамо на чему, ali tako da radi. Если уже все сгорит, тогда мы ничего просто не получим. Da. Ono što mi je jako važno da adresiramo... Мне очень важно сказать... Ako primetimo da se dete udara recimo u glavu, da... Если мы заметили, что ребенок ударяет себя по голове... Не спава добро... Не спит хорошо... Агресивно je... Агресивно... Аутоагресивно... Аутоагресивно... Dakle, to nije нужно психосоматски, nije психиатрски... Это не психосоматическое... Već je vrlo moguće da je u pitanju bol. То это не для психиатра, именно это боль. Самоагрессия, она очень типична для хронической боли при аутизме. Самоагрессия є типична за хроничен бол. И реже агрессия к окружающим. И реже, когда агрессивно дете прямо околине. Хвала вам, то є jako важно, можда овде често родители дойдуть. Спасибо, родители очень часто приходят к врачу. I obrate se sa svim ovim simptomima, sa svim ovim simptomima, a dobiju prosto objašnjenje šta ćete, to je autizam. Objašnjenje, toliko jedno, to je autizam. No, если мы с вами зайдем на сайт Всемирной организации здравоохранения, ako pogledamo сайт Светской здравственной организации, там написано, что аутизм не лечится, и нужен piše, только педагог. Да, аутизм не может да се излечи, детету потребен само педагог. В то же время, если вы откроете данные научных исследований последних 10-20 лет. Ако погледате истраживање за последних 10-20 година, вы увидите огромное количество исследований. Вы видите невероятную количество истраживања в области аутизма, которые не нашли аутизма, пути в клинику. Кои не су нашли пут в клинику. Да. И то је велики проблем, али... Это большая проблема. Hvala Bogu, eto, da postoje ljudi koji se time bavi, koji skreću pažnju. Хорошо, что, как я говорю, слава Богу, что есть люди, которые этим занимаются. Да, и да se просто буди, шири свест о томе, да постоје помоћ. Что мы говорим об этом, рассказываем об этом. Да. Какву улогу имају алергени, глутен, вируси, рецимо? Какую роль играют аллергены, например, вирусы, глутен, на саму инфламацију? Что касается аутизма? Еще около 5-6 лет назад было установлено... назад мы смо познали. Это не я, это были несколько исследований не я, то по всему миру. Выяснилось, что у детей с аутизмом есть специфический иммунодефицит слизистых оболочек. Аутизмом има специфичную дефицитарность прямо... Слизницы. Слизницы. Это связано с тем, что мы у детей с аутизмом часто видим нарушение метаболизма энергии. Мы часто видим, что дети с аутизмом имеют нарушение перемещения энергии. И когда-то удается найти ген, который... мутация которого привела к... Гена мутация, чьи мутации довела до того. Когда-то не удается. Понекогда не можем да пронайдем. Потому что речь идет о митохондриальном геноме. Ер это... О митохондриальном геноме. Митохондрия оригиналы. А в одной клетке могут быть митохондрии с разным генотипом. Една челия может да има више митохондрия с различным геномом. Но почти всегда мы видим, что пируват или лактат, или какие-то еще маркеры. Или лактат, или другие маркеры. Нарушений метаболизма энергии в митохондриях метаболизма митохондрия имеют неправильные значения нарушения. Имеют неправильные вредности поремечай. И многие ткани и клетки челия, страдают ткива, от дефицита энергии. Ствари страдают от недостатка энергии. Это и мозг, и печень. То и можно мозг, и ятра. И железы разные. И железы разноразные. И иммунная система тоже. И иммунная система. И есть совершенно четкая корреляция между уровнем. Има корреляция. Вот это митохондриальной дисфункции. Митохондриальной да. Дисфункции. И неспособность иммунной системы. Неспособность иммунной вывести системы. Вывести антитела на поверхность слизистой оболочки. Антитела на поверхность кожи. И когда
поверхность слизистой оболочки не содержит достаточное количество антител. Не содержит. Поверхность слоя кожи не содержит довольно количество антител. То мы видим и сниженный контроль над микробиотой. Мы видим пониженную контролю, сманенную контролю. Над микробами. И над микробом. И множественную пищевую нетолерантность. И видим великую прихрамбенную нетолеранцию. Потому что антитела должны связываться с пищевыми антигенами. Прихрамбенные антигены. И иммунные клетки должны распознавать пищевые антигены в комплекте с антителами. И треба да распознают это заедно с антителом. А когда антител недостаточно, когда антитела нема довольно, нарушается процесс иммунного ответа на пищевые антигены. Иммунный процесс це нарушава. Это приводит к множественной пищевой нетолерантности. Это доводит до прихрамбенной нетолеранции. В конце концов, формируется хронический воспалительный процесс практически на всех. И на хроничный упальный процесс. На всех слизистых оболочках. На всякую слезу кожи, на всем слезу кожи всех органов. Это и кишечник, и желудок. И органы заварения, то есть стомак, и верхние дыхательные желудок, пути. То су горние дисайны. И часто еще и на коже. И вроде часто на коже. А когда возникает активное воспаление? Коли се настае активно упала. К митохондриям, к энергетическому метаболизму предъявляются еще больше требований. Значит, митохондрии, метаболические. К митохондриям, к продукции энергии. К продукции энергии. Предъявляются еще больше требований. Захтели. И круг замкнулся. И то и просто затворенный круг. И пошла регрессия, и пошло воспаление. Или упала. И кое я онда, кое су методы или кое начин, методы, да, какой способ, кое користите да се образом вы решава едно извините, как решаете эти проблемы. Какая процедура, да? Какая процедура решения этих проблем? Пациенты разные, и пациенты решение должно соответствовать проблеме пациента. Различить за всякого пациента по-особенно. Но в любом случае мы должны решить вопросы с иммунодефицитом. Мы треба да радимо на питанию иммунодефицита. Мы обязательно должны, насколько это физически возможно, решить проблемы могуче, с энергетическим метаболизмом. Да радимо и да решимо проблем метаболизма энергетического. Если есть хроническая инфекция, мы должны ее пролечить. Если есть хроническая инфекция, мы треба да и лечимо. И, конечно, мы должны заниматься менеджментом боли, гиперактивности. Наверно, можем да уклоним боль. Эпилептической активности. Эпилептические некие реакции. Часто мы видим у детей с аутизмом. Вельми часто у детей с аутизмом. Совершенно атипичную ситуацию с инфекциями. Атипичная. Ребенок, ребенок переболевает энтеровирусной инфекцией. Например, он переболел энтеровирусной инфекцией. И в течение там, года или двух лет продолжает выделять энтеровирус. Или год, или две, и далее энтеровирусы появляются. Или ребенок переболевает кампилобактериальной инфекцией. Болезнь от некой бактериальной инфекции. И продолжает выделять в течение нескольких лет. Но еще несколько лет эта бактерия и далее появляется. Хотя среднестатистический ребенок больше 2-3 недель не выделяет этот микроб. Среднестатистическую дети не бы требовало да има больше 2-3 недели. И в этой ситуации, конечно, может потребоваться и противовирусная, и противобактериальная терапия. Треба и противовирусные, и противобактериальные препараты. Потому что микроб или вирус здесь триггер воспаления. Овде вирус, якого триггер упала. И это воспаление на большой площади слизистой оболочки. На великой поверхности. Это будет приводить к концентрации в крови. Это будет довести до концентрации и у крови. Провоспалительных сигналов иммунной системы. Значит, проупальных сигналов системы. Провоспалительных цитокинов. Проупальных цитокинов. И провоспалительные цитокины будут долетать до мозга и вызывать нейровоспалительный ответ. И он будет долететь до мозга, ответ. И он будет покренуть нейроупальный процесс. Поэтому мы и видим часто, что после любого воспалительного эпизода у ребенка с аутизмом может следовать регресс или какое-то ухудшение. Има
погоршання, регресія. Ухудшення психічних функцій. І психічні функції також. Кої су... Да, постоји један проблем можда код детектовања ових неких, да кажем, условно узручника или окидача, kao što su virusi ili bakterije. Virusi, viruse, bakterije, mikrostete vazivaju. Često kod nas, možda evo na ovom prostoru, nemamo adekvatne testove kojima bi to detektovali. Što bi mogli uisniti. Pediatri ili slično. I v pediatriji tož u nas nedostatečno testov. Tu je važno možda naglasiti, vi koristite, ako se ne vram, PCR testove preporučujete za viruse. Vi predlagajete PCR test для вирусов. Любой здоровый ребенок, свако здраво дете, каждый день сталкивается с различными инфекциями, има сусред с различными инфекциями, и приобретает иммунитет к этим инфекциям, стича иммунитет. Когда-то мы это замечаем, некий путь мы то приметим, а когда это проходит совершенно незаметно, некий путь то будет неприметно, и это нормально, и то и нормально, так и должно быть, так и требовало да будет. В случае же с аутизмом, али случай с аутизмом, из-за этого специфического иммунодефицита, збок ток специфичного иммунодефицита, возникают неправильные взаимоотношения между организмом и микробами. Взаимный относ между организмом и различными инфекциями. И, конечно, если есть признаки какого-то инфекционного воспаления, мы ищем инфекции в очаге воспаления. Не тражимо в ствари основу, где се налази точно точка упала, упална точка. Это может быть ПЦР или культуральный метод. Может быть некий культуральный метод. Или исследование антигенов. Или можем истраживать антигены. Metode svakako da postoje. Razne metode suštine. Da. Važno je dakle, znači čim roditelji primete i posumnjaju na autizam, zamijetit ili budu sumnjivati se što je to autizam, potrebno je da odreaguju odmah i da se obrate odmah srazu za najbolje rezultate za oporavak. I što bi zelo, što bi polučiti prosto luče rezultate v konce. Конечно, так и нужно делать. Да, так бы и требовало да Но есть ради. Проблема. Часто проблем. Родители приходят с ребенком родители с аутистическим расстройством на 4-5 году жизни. Когда ведь аутизм велико покренут, то есть 4-5 година живота. Потому что врач говорил, что все нормально. И лекары, в ствари, кажут, да все в реду. Просто он медленно развивается. Он слабо се развивает. Лагано се развие, полако. Просто у него аллергия. То е аллергия, например. Просто у него кишечное расстройство. То можда неки поремечай варенье. Но все-таки, если мы видим какой-то комплект симптомов, напоминающих аутизм. Комплекс тих разных оболений. Я думаю, надо искать доктора, кто сможет разобраться в происходящем. И препознал знаци аутизма от всем тим проблемами. Я работаю над учебной программой для врачей. Я сотрудим над программом учебник за лекаре. Я надеюсь. Я се надам. Что мы распространим. Да чем мы то прошедите. Современные знания. Да, современное сознание. Проблеме аутизма. Что стича проблемы аутизма. И о путях менеджмента аутистического расстройства. И он да чему начи и та психическое расстройство также то обухвачено. Takođe radite sa vašom suprugom na prevenciji autizma i na pripremi trudnica sa jej suprugaj za trudnoću. Profilaktike autizma u birimenih ženšin. Šta je ono što biste preporučili? Što bi vi prikomendovali? I što je ključno da znaju žene koje možda već imaju jedno autistično dete, a pripremaju se za drugu trudnoću? Ključivo je, jesli u ženšinu už je rebenok sa autizmom, dla vtorog rebenoka. Moja supruga, ona tože nevrolog i imunolog. Моя супруга є невролог, імунолог. І вона багато займається темою імунного безплодя. Вона се баві много проблемом імунного безплодя. Значить, кого не може да има децу. Імунного невинашування беременності. І імунського недостатка, да трудноча не буде до краю ізнесена. И проблемами, связанными с риском внутриутробного повреждения плода. Когда ризично и когда плод веч поврежден еще внутрь. В связи с каким-то воспалением. Звук некого упала. И действительно, если обследовать матерей
детей с аутизмом. И ако гледамо децу с аутизмом, ако их истражуемо и посматрамо. Мы весьма часто находим какие-то хронические воспалительные заболевания. Мы весьма часто налазимо неко хроничное оболение. Гораздо чаще, чем в общей популяции. Весьма часто, чем в общей популяции. Причем эти воспалительные заболевания могут действительно повлиять на здоровье плода. Полное оболение может да утичу на здоровье самок плода. Это может быть аутоиммунный тиреоидит. Это может да будет аутоиммунный тиреоидит. Тиреоидит. Или какое-то другое аутоиммунное заболевание. Или какое-то другое аутоиммунное оболение. Которое протекает скрыто. Кое весьма скривено протече. Может быть, оно даст манифестации через 10-20 лет. Может быть, оно даст после 10-20 годин так но уровень аутоантител уже высокий. Али ниво антитела е веч повечен. Антител к своим же собственным антигенам. Антитела ко своим антигенам. И уже повышен уровень провоспалительных цитокинов. И веч е упалне. Цитокины. Провоспалительные цитокины – это противоположные сигнальные вещества иммунной системы. Сигнальная субстанция. И все эти антитела и цитокины и могут антитела, переноситься через плацентарный барьер на территорию плода. Могут да уйти у плод и вызывать воспалительный ответ. И вызову уполный процесс, отговор. Да, соответственно, с активацией нейровоспаления. И по отговорюче нервно упала. Если есть предрасположенность к аутизму, плюс есть нейровоспаление, то это является предрасполагающим фактором аутистического расстройства. Не все, но очень и очень многое можно предвидеть и можно предотвратить. Много можем да предвидим и да предупредим. Если начать заниматься этим до наступления беременности. Сколько то можем да почнем да радим пред трудночи. Я надеюсь, вот с помощью лаборатории CityLab в следующем году. Я надеюсь, да лаборатории CityLab ведь в следующие годы. Внедрить программу обследования. Внедрить программ. Для матерей. За исследование и за прегляд майки, кое желает да роди дете. И для тех, у кого не получается беременность. И за них, кое не могут да затрудне. И для тех, у кого уже был какой-то они, опыт, связанный с невынашиванием. Кое везано с прекидом трудноче. И для тех, у кого есть дети. И за них, кое веч имают децу. С аутизмом или с детским церебральным параличом. Или дечи церебральная парализа. Сяйно, да. Веч neki period unazad pomažete i ovde u Beogradu radite sa decom sa poremećima iz autističnog spektra. Da, vože davno u Beogradu работаете какое-то время с детьми, которые имеют склонности к аутизму или уже установленный аутизм. Ja evo ovom prilikom bih takođe izrazila zahvalnost za to što radite. Ja bih htjela sada от имени всех поблагодарить вас, что вы занимаетесь этой первый проблемой. Первый год, да, негде бройни родители и породице имаю наду и заправо... И многие семьи, многие родители знают, уже имеют надежду, что будут знать, что им делать дальше. Htela bih da pomenem, to jest još jedan mali neformalni deo razgovora za naše roditelje, to malo da vas upoznaju. I manje poznakomili s vama i pored toga što ste zaista mnogo ulažete i mnogo ste se specijalizovali, mnogo sila vkladate, mnogo radite, što je prekrasni specijalist. Imate interesantne hobije. Vas je interesne hobi u svoje slobodno vrijeme. Bavite se planinarenjem i ekstremnim turizmom, je li tako? Vi zanimajte se ekstremnim turizmom i zanimajte se gornjim vršinama. Šta je to nešto što biste možda izdvojili kao najinteresantnije ili neku anegdotu ili doživljaj? Što bi mogli da skazati, može biti kakoj-to slučaj. Ako biste podelili sa našim gledocima. Jeste da hatite nam što-to razkazati interesno. Ja ljubim alpinizam, ja ljubim gore. Da, ja volim alpinizam, planinarenje. Letom ja hožu u goru peškom. Leti ja idem peške u planine. V Gruziji gdje ja živu, tam mnogo visoke gore. U Gruziji gdje ja trenutno živim, to su visoke planine. Самые высокие горы более 5000 метров. Найвече планины, выше от 5000 метров. А зимой это горные лыжи. А зиме то и обычно планинское скияние. Увлечение всей нашей семьи. Это мой хобби, наиглавный.
Добро, мора да се еще... найде время за опуштение. Еще у меня четверо детей. Еще я имам четверо деца. Это тоже занимает большую часть моей жизни. И то также узима великое время в моем животе и великий дел моего живота. Ну и еще мне повезло иметь ту сферу деятельности, которая мне нравится. И еще я се бавим нечем, что мне заиста интереса. И тут я не знаю, где кончается хобби и начинается работа. Я не знаю, где се завершава хобби, а починя рад. У меня тоже есть вопрос. Я имам питание за вас. Что говорят, как отзываются родители о результатах нашего лечения? Что кажут родители и как весу отзывы? Все ли комфортно? Может быть, есть какие-то дали все некомфортные уреду, дали моменты? Дали все задовольны, дали, может, было некий дискомфорт по ношению комуникации за время доласка и то. Овде генерално? Да, генерално. Па у суштини мислим да су генерално задовољни. Ну, генерално незадоволни. Да. Većinom ih brine deo sa antipsihoticima. Большинство они, конечно, боятся, что так, с этими лекарствами само психотика. И тут су доста некомфорни и далје несигурни, упрко су совсем уверены. Да. Али... Как употреблять и как... Да. Али када чују позитивне реакције од неких од наших мајки из група, мислим да... Слышат от других матерей, которые уже это применяли, и реакции положительные. Тако да онда просто негде... Ну, они как бы успокаиваются после этого. Ну, с препаратами, которые регулируют гиперактивность... Препараты, кои регулишу гиперактивност... Нарушение сна... Поремечие сна... Эпилептическую активность... Эпилептические активности... С ними бывает непросто. С ними врло не одноставно радите. Но здесь важно понимать, что... Али би требало да родители да схвате. Назначая что-то из таких лекарств... Да, уколико я препоручаю неки лекове... Мы всегда даем родителям способы обратной связи в случае каких-то нештатных реакций. Мы увек имамо повратную везу с родителями, и я се увек трудим да отговорим на питание, значит, они могут да се обрате, уколико има неке недоумице. И родители никогда не останутся один на один с побочными эффектами? Родители никогда неће да останутся нежелим эффектами сами. Увек ће имати помощь. Кроме того, мы никогда не используем высокие дозы антипсихотиков. Другото не су высокие дозы антипсихотика. Аутизм не шизофрения. Аутизм не шизофрения. Здесь не нужно лечить психоз. И овде не треба лечить психотицима. Но если мы нормализуем уровень возбуждения, колико ми доведем у норму, создадим нормальный сон, возбуждение, створим нормален сан и скорректируем биоэлектрическую активность мозга, проведем коррекцию биоактивности мозга, биоэлектрической активности мозга, биоэлектричным активности мозга, то мы получаем в течение буквально нескольких недель, за несколько недель мы добьем ребенка, который способен формировать новые навыки, дети, кое может формировать неки новые, удерживать навыки, удерживать приобретенные навыки, которые да получил, навыки, кое вече имал, занятия с дефектологом, логопедом становятся гораздо более продуктивными, ради с дефектологом бичи продуктивнее. И мы перестаем упускать время, которое могло бы... Мы еще не губим время, которое бы могло да будет, может, и пагубно. Которое можно потратить на развитие. То время мы не губим за развой детета. Если время упущено... Коли-ко мы изгубили время... То ребенок пропустил то время, когда должен формироваться тот или иной навык. Дети изгубил период, временский период, когда ему требовало да формировать некие навыки. Формировать эти навыки в другом, в более старшем возрасте, значительно и сложнее. То, что чему мы створать код него новые те навыки, каснее. И это не всегда успешно. То не увек успешно. Поэтому, конечно, мы применяем и будем применять препараты для коррекции гипервозбудимости. Зато мы чему применивать те препараты, кое че корриговать. Ну, просто мы делаем это достаточно бережно. Али то мы радим вам опрезно. Evo još možda dva, tri brzinska pitanja, ako ima doktor energije, ako nema, recite da sečemo. Bez problema. Kakve su statistike, odnosno vaše iskustvo do sada iz kliničke prakse kada... Statistika kliničke praktike. U radu prosto i primjeni ovih terapija kod dece sa autizmom, kakvi su rezultati? Kako primjenjajice, kakve preparate u djeci sa autizmom? Autizam, on razni.
Аутизм – это полностью различная болезнь. И по различным вариантам генетической предрасположенности. Различные вариации, генетическая склонность. Будет разная статистика. Будет различная статистика. Но одно можно точно совершенно сказать. Я могу точно, да, вам скажем. Что если мы решили проблему с воспалением, болью. Если мы решили проблему упала, боли. Тревоги. Забринутости. Метаболических нарушений. Метаболических нарушений. Ребенок будет развиваться гораздо лучше, дети, чем он это делал до сих пор. Дети будут развиваться много более, чем что это было пре. Насколько лучше? Колико че то бити боле? Уже зависит. Все зависит генетики, от генетики. И от сопутствующих заболеваний. И от придруженных болезней. И от качества того, тех развивающих занятий, которые ребенок получает. Задатка и тех то града, кое с дететом спроводе. Имам још, ако се слажете, кратко за крај овог разговора, једну као малу рубрику. Пар питања само од наших мајки из групе које су их интересувало, па је ту кратким цртама. Можете одговорити. Если можете ответить на вопрос этих матерей. Evo, mama Gordana bi volela da zna vaše mišljenje o... Mama Gordana, hacela bi znati vaše mnjenje. Kanabidiolu, CBD, SBD, CBD, ulje kanabisa u suštini, da. Da, ja vidjel nekoliko djece koje dobijaju CBD. Ja sam vidjel nekoliko djece koje dobijaju CBD. Им действительно становится лучше с болью, если да, это хроническая скелетно-мышечная боль. Много боли, результат такой-то хроничный бол. Судя по литературе, которая сейчас публикуется. Судя литературы, которая о том и пишет. Может, которая публикуется теперь. Кое-сесада штампа. Это может улучшать ситуацию с нейровоспалением. То может да побольше ситуацию с нейроупалом. Но у меня создалось впечатление, что дети, употребляющие CBD, да, дети, которые користят CBD, становятся более веселыми, веселы, благостными, милы, но они теряют когнитивную функцию. Благи, але губи когнитивную функцию. Это не очень тяжелое снижение когнитивной функции, но оно есть. Снижение или сманение, але постоје. Хвала. Мама Јасмина би волела да зна ваше мишљење на тему хипоксије или веза хипоксије и алергије. Хипоксије? Хипоксије мозга конкретно. Да, хипоксије мозга. А роли хипоксије мозга в развитии аутизма? Улога хипоксије мозга в развитии аутизма? Имеется в виду гипоксии внутриутробные или гипоксии после родов? Хипоксије у време трудноће или већ? Да, не прецизирано само. Ну, гипоксия, которая происходит в родах. Гипоксия приликом породжея. Как правило, все-таки она приводит к детскому церебральному параличу. Он доводит до детских церебральных параличей. А не к аутизму. А вот хроническая гипоксия во время беременности. Гипоксия за время трудноча. Связанная с нарушением функции материнско-плодного интерфейса. Нарушение функции от майки, от плода. Материнско-плодного интерфейса. Майчинско-плодного интерфейса. Угу. Это чаще звучит в последних исследованиях как причина... Последние исследования как показывало. Как одна из причин, да, это один предрасполагающих к аутизму. Може да доведе до аутизма. И мы часто видим у детей уже с аутизмом. Често у детей с аутизмом. На втором, третьем, пятом году жизни. У другой, третьей, пятой године. Что из-за иммунных нарушений. Да, због иммунных поремечей. У детей огромные аденоиды. Дети имеют великий третий крайник. Которые перекрывают носоглотку и создают хроническую гипоксию. Нос jednjak i ne može da mendaline glande znači pokrive hroničnu hipoksiju, stvara hroničnu hipoksiju, которая особенно актуальна во время ночного сна и за время ночного сна, потому что во время ночного сна у детей с такими аденоидами возникают остановки дыхания, деца понекад губят дисанје с довольно долгими периодами гипоксии, дугачки периоды хипоксии.
что существенно ухудшает ситуацию и прогноз. Ухудшала ситуацию. И прогноз на развитие. И прогнозу у развою далек. Если решить этот вопрос, то состояние ребенка даже... Среши аденоиды. Даже если больше ничего не делать, уже через 3-4 недели гораздо лучше. А уколику то среши этой проблем, то может за 3-4 недели наступить поболшение. Hvala. Majka Lidija bi voljela da zna vaš stav na temu fekalne transplantacije mikrobiote. Ja уже говорил о том, что... Ja sam već govorio. Есть у детей с аутизмом хронический иммунодефицит слизистых оболочек. Да, деца с аутизмом има хроничный дефицит слизистой кожи. И у детей формируются аномальные микробиоты на слизистых. И тогда се формира аномальные микробиоты. И когда мы переносим микробиоту от здорового человека, действительно может существенно улучшить состояние, связанное с воспалением. Да, будет повышено состояние. Но лучше совмещать это с терапией, направленной на улучшение иммунного ответа на слизистых оболочках. То усмерить на повышение слизистой кожи. Imam još dva pitanja, kratke. Jedna je, da li može da se povrati funkcija pankreasa za decu koja moraju da piju enzime za varenje? Если дети пьют энзимы для пищеварения, можно ли вернуть функцию панкреаса, желудочной железы? Это зависит от конкретно того, что происходит с ребенком. Это зависит конкретно, что се дешава с дететом. Мы очень часто видим у детей с аутизмом снижение функции панкреаса. Где сманена функция панкреаса? Из-за тех же самых генетических предрасположенностей. Из-за генетических склонностей. Или из-за нарушения метаболизма энергии. Или сбок нарушения поремечая метаболизма энергии. Если получается улучшить ситуацию с метаболизмом энергии. А можем мы по метаболизм энергии. И нормализовать ситуацию с желудочно-кишечным трактом. Органа заварения. То и функция поджелудочной железы улучшается. Функция панкреаса часы побольше. Но пока функция панкреаса снижена, у нас нет другого выхода, кроме как давать ферменты. Не ради как утреба, онда ми морамо дати ферменты. Хвала. Имамо и питање везано за МТХФР мутацију. Да ли игра улогу у аутизму, какво и каков је, какво је ваш поглед на то? Какую роль играет это? Эта мутация будет играть роль только в случае, если повышен концентрация гомоцистеина крови. Уколику повечена. Концентрация гомоцистеина крови. Гомоцистеина крови. Гомоцистеина. А она повышается тогда, когда есть дефицит. Повечава, когда створит дефицит. Витамина B12, B6. Витамина B12, B6. Или B9. Или B9. Только все. Само только. Но это не является причиной аутизма. Это не разлога аутизма. И не сказать, чтобы это сильно влияло на течение аутизма. И не бы рекал, да это як утече на ток аутизма. А вот если у матери есть... Улико это, майка. Это мутация, и есть высокий гомоцистеин. И ако има высокий гомоцистеин. Вот это как раз может приводить к хроническому нарушению кровообращения в плаценте. Это может довести до хроничного перемещения кровотока в плаценте. И даже к потере беременности. И чак губитка плода. И это один из факторов, который может предрасполагать к аутизму у ребенка. Это один из факторов, который может довести до склонности к аутизму. Hvala mnogo, odgovorili ste na brojna pitanja i verujem da će značiti. Odgovorili ste na mnogi vaprose i ja dumam što vas sve budu dovoljnice. Hvala na izdvojenom vremenu. Spasibu bašuju za to što vidjeli vrijeme. Za sam kraj ovog našeg razgovora, da li postoji nešto što biste možda vi želili da poručite to svim našim majkama koje se bore trenutno sa autizmom? Ja hoću poblagodariti roditelji za doverje ka mnjem. Hoću da zahvalim roditeljima za poverenje koje mi ukazuju. За то, что родители стимулируют докторов к развитию. За то, что они стимулируют и нас, лекары, и стимулируют лекары за рад. Успехи в терапии аутизма во многом связаны с усилиями самих родителей. Аутизма, помощью и радом и трудом самих родителей. Можно сказать, что это родители заставляют докторов заниматься этой проблемой. Родители буквально терают лекары, да,
посмотрю этой проблемы, да гораздо... Я думаю, что если бы не родители, то мы бы не могли бы делать то, что делаем сейчас. Да не все родители так упорны, можно мы не бы могли да урадим онолику, сколько мы урадили. Ну и, конечно, я хочу пожелать успехов. И, наверно, я бы пожелала в развитии детей, в самой терапии и в развитии наших рада и труда. Hvala mnogo još jednom. A spasibo большое. Za sve naše ljudi, majke i osobe koje ovo budu gledali, želim da pogledate doktoru prezentaciju na konferenciji SIKA u Beogradu 2022. godine. Doktor je govorio na konferenciji u Makedoniji. Bliži se konferencija u Novom Sadu, o čemu ćemo obavestiti blagovremeno, a u saradnji sa našom dragom doktorkom Marijanom Dangubić, doktor prima i gleda pacijente ovde u Beogradu, tako da ko je zainteresovan može preko doktorke Marijane Dangubić-Grahovac da prosto obezbedi sebi mesto na pregledu i da prosto stupi u kontakt sa doktorom. Još jednom hvala mnogo na vremenu i puno sreće u daljem radu. Za vreme koje vi nam izgledali i dok sad šest mnogo uspjeha u raboci. Darim. Zahvaljam.